Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Сегодня я хочу подкачать немножко Спайка. И, наверное, у нас помимо Спайка есть еще один персонаж. Это Би. Или просто Би. Тоже ее немножко подкачать, поиграть за нее. Для этого я возьму, наверное... Ну, наверное, по захватам. Можно в нокауте поиграть, но я хочу захват кристаллов пошукать. Ну что, давай смотреть, мой ли это персонаж. Удобно ли за него играть. Такс, ага. Сейчас начнем нубить, как всегда. Так, Карлуша. Ныкается он мне там, понимаешь ли. А у нас суперудар как выглядит? Нормально выглядит. Держи. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вообще, я думал, что это вражеский Карлуша. Да, конечно, разогнался. Так, минус еще. Так, там у нас кто? Роза, да? Смылась. Успел убежать. Да я сюда, наверное, спрячусь. Так, опять динамайк идет. Ну, блин, молодец, Карлуша. Завалил. Так, а тут у нас, оказывается, Роза стояла. Хорош. Роза поставила на себя защиту. Но это уже, как ты видишь, было бесполезно. Нормально, ну что, что там за подфризы такие идут? Ну, уровень второй не получил. Спайк, ты чё? Константин. Ну, какой-то Константин, я не знаю, кто это такой, ребят. Ага, сверхредкий. 50 силы дают. Погнали дальше. Погнали дальше, друзья. Так, Бул. Ой, опять этот сопляк. Ну, сопляк это потому, что он пузырь свой этот надувает. Я из-за этого, ребята, его называю сопляком. Кстати, а вот здесь вот неплохая... Ой-ой-ой. Бул-бул-бул бежит. Лови. Я не пойму, это кто там у них? Что там происходит? Бул там расчисткой занимается. Ну зачем ты так, Бул? Ай-яй-яй, подбил меня этот сопляк. Друзья мои, мы что-то это... Ну... Так-то надо ломать ерундовину. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да. Что-то Фрэнк там, конечно, лопухнулся. Такое ощущение, что он даже и не прокачан был. Ну, Бул тут, конечно, наярил-то, будь здоров. Так, второй уровень получает мой Спайк.
Поехали дальше. Но он что-то как-то долго прокачивается, если честно. Угу. Спайк, Би и Говард. Подожди, как? Говард, по-моему, да? Нита там прячется. Опа-на. Ай-яй-яй-яй-яй. Там, да, там погром, ребят, произошел. Внезапный. Черт, я не успел. Но она тоже отдуплилась. Давай, Говард. Блин, по-моему, не Говард он никакой. Да выделывалось. Опять этот писклёныш идет. Так, а эта турель там выстрелила, да? Но она же ходит по шипам. Чего она не отдупляется-то? Так, плевун. В минус. Ой, вообще шикарно. Так, ну мы идем, ребята, в чистую, так скажем. Да? Ни одного кристалла им не дали. И у нас все замечательно получилось. Да, четвертый уровень у меня получает спайк. Так, мы еще с тобой зарабатываем очки, но, наверное, не хватит нам на билетик. А что у нас там по билетикам? 1000 монет. Слушай, ну это было бы неплохо получить 1000 монет. 1000 монет было бы неплохо получить. Так, режим дуэли, броубол, ранговый, сыграть в команде, использовать кнопку 6 раз, играть снова, тут 9 раз, 12 раз. Сыграй в команде. О! О, что у нас есть? Так, нанести 60 тысяч единиц урона бойцом Нита, ЕМЗ или Мистер Пи. Дай-ка я это быстренько сделаю и возьму мистера Пи нашего. Давай-ка посмотрим, что у нас получится. Лицо этого Кольта надел. Маску натянул кольтовскую. Так, Леон. Ну куда вы лезете? Ну куда вы лезете-то опять? Ну и зачем вот это вот надо было? Так, минус Леон. Так, Бул, отдохни. Спайк там бегает. По-моему, он маску себе поменял. Так, я не понял. Бул добегался, да? Булда бегался, но у нас, ребята, 10 кристаллов.
Так, Спайк молодец, прикрыл меня все-таки. Красавчик. Спайк меня прикрыл, когда здесь был. Убегал. На, на, закидываем только. Интересно, я выполнил? Нет, друзья, еще пока не выполнил это задание. Давай играть снова. Сколько там надо было нажать? 6 раз, по-моему. Ладно, сейчас глянем. Ну, я все равно нанесу урон и выполню. Там 200, конечно, опыта, мало. Ага. Ну, Макс, это завалим сегодня или нет? Псих, давай завалим этого Була. Завалили. Нифига не вдвоем против меня. Так, ребята, Була надо валить. Кому я это говорю, блин? Надо бомбить Була. Бул любитель посидеть в кустах, смотрю, да? Так, ребят, их команда уже набрала нужное количество. Да ну нафиг. Ну что такое-то? Короче, я прикрывал как мог. Но почему-то это им не помогло. Почему-то им это не помогло. Так, плюс 200 очков. Но этого все равно будет недостаточно. А, нет, хватило, ребят. 1000 монет. Так, подожди, надо зайти в квест и глянуть, что у нас там еще за задание будет. Сыграй в команде 9 раз. Воспользуйся кнопкой играть снова 6 раз. 9 раз и 12 раз надо. Это много. Так, мистер Пи, мы с тобой поиграли. Дай теперь продолжить мне за Спайка. Я его качну, опять же, немножечко, ребят. И гонится. Спайк стреляет во все стороны иголками, каждый из которых наносит 864 единицы урона. Спайк сажает огромный кактус, который союзники могут использовать как укрытие. При уничтожении кактус взрывается, устанавливает всем союзникам поблизости 1152 очка здоровья. Я даже не знаю, ребят, что сказать по этому поводу. Что лучше, шипы вокруг себя разбрасывать или сделать... типа хилищего кактуса. Может быть, вы напишите мне в комментариях, что лучше. Ну, тут, наверное, зависит от того... О, вот он, ребята. Это кто? Это Рика, что ли? Костюм Рика такой, типа краб. Тут я забыл, что я... Угу.
Ну, знаю. Тут понятно. Все-таки, ребят, есть разница, когда ты начинаешь играть первоуровневым, так скажем, персонажем. И после 10 уже начинается действительно какая-то такая битва. А здесь просто на расслабоне играешь. Ой, ты еще этот дурацкий вылез. Так, мы с тобой потеряли все кристаллы. Да, меня уничтожили. Но зато я у них, ребят, там кристаллы забрал. Было такое дело, думаю, вы видели все. Ну что ты, Динамайт, ну куда ты там? Со своими бомбочками. Вот краб-то неугомонный, а? Краб неугомонный, лезет все время вперед. Ну, нормально. Фига себе, 12 убийств. Нормально. Так, и Спайк получает у меня 5-й, ребята, уровень. Ну что же, двигаемся дальше. Да, это, по-моему, Рик, ребят. Но костюм прикольный. Костюм прикольный. Так, Би, опять этот сопляжуй. Би. А у них вся команда дальников получается, да? А где сопляжуй? Ну, я их тоже подобью. Почему мои шипы? Ну, видимо, у меня не прокачанный спайк, поэтому, ребят, шипы наносят так мало урона. Куда ты там побежал? Би, лови его. А это еще кто тут? Так, Би добегалась. Да ладно. И сопляжу, зашибись. Би, ты что, блин, делаешь-то? Ну и прекрасно. Так, опять этот мальчик с шарами. Идеально. Разбомбашили мы тут. Просто показали, как... вражеские персонажи погибали на моих шипах. Такс. Блин, зачем выйти-то нажал? Зачем я нажал выйти, когда надо было мне нажать играть снова? Все время забываю на эту кнопку нажать. Опа-на. У них тоже, друзья мои, спайк. Так. Дэрил плюс... Так, ну давай. Сейчас мы им туда подарчик закинем. Спайк.
Спайк пошел по шипам. Они-то там разбираются один за другим. Дэрил, 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 Дэрил. На, бобочку тебе. Для проформы. Так, Шелли. Хорошо, там бумкнуло, ничего не могу сказать. Нет, ничего у них не получается. Бывает такое у нас, ребят, просто ком... вот не клеится и все, и там что делает. Давай, давай, давай. Молодцы. Так, к Шелли близко лучше не подходить. Идеально. Идеальненько. Я не спорю, ребят, Нита здесь тащила. Играть снова. Ну, понятное дело, что когда играешь, я не знаю, там против ботов или кто, никого ты не найдешь из команды. Так, это восьмибитка с мегаящиком. Или это не восьмибитка, или это Рика. Я даже не знаю, ребят, кто это. А, это Дэрил. Ну, Макс, Макс, Макс. На опережение не получилось немножко кинуть мне. Я, ребят, буквально на соплях живу, если честно. Мне бы встать, да, немножко хп восстановить. Ну, тут победа, видимо, за нами. Такой в кусты, в кусты. Бочком, 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 чтобы не зацепило. Угу. Так, это уже седьмой уровень. После седьмого уровня, вы говорите, уже начинаются, по-моему, реальные игроки. Так, Пэм, не знаю, робот и Би. Отрядиком хоп, 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 хоп. Процентов там кто-нибудь сидит. Гриф, ну куда ты идешь? Я просто туда кинул. Так, наугад. Так, забери кристаллы. Печка, говнотечка. Давай-ка я им туда подарочек заброшу. Это мобы. Они не могут, ребята. Так, они забрали кристаллы. Гриф, давай, правильно, забирай кристаллы. Я тебя прикрою тут. Так, у нас 12 кристаллов, отлично. Выиграли. Пэм психует. Пэм психует.
Так, хорошо, играть снова. Это мы еще два раза сейчас с тобой сделаем. Так, до десятки докачиваем, потом попробуем, ребят, заби поиграть. Ага, что-то команда, в принципе, как и была до этого. Я понял. Хорошо, что Бо меня прикрыл. Так, он кинул туда бобочки три. Если я так сделаю. Так ты запарил уже, а? Готово. Шикарно. На бомбочках, ребята, это подорвался роботек. Тут уже, мне кажется, шансов нет. Тут уже их расклепали по полной программе. Да, по полной программе разнесли. Так, ну что у нас получается? Восьмой уровень. Ты посмотри, у нас старая команда, ребята, осталась. Все такие согласились. Видимо, тоже выполняют задание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, Фрэнк. Это же болотная жижа, я не знаю, как ее даже назвать-то. Фрэнк нам очень проблем много составит. У них в основном все закидывающие, ребят. Сдохни на этих. Ага. А чё она не получает урон? Зашибись. Меня грохнули, да? Я даже этого не увидел. У них 6 кристаллов. Да ёпрсты, я подорвался на этой. Висевая жижа. А что это такое? Что он делает-то? Он управлял мной, прикинь? Этот хмырь управлял мной. Вот эта вот болотная жижа управляла мной. Офигенно. Офигенно, ребята. Она меня потянула, я даже ничего не мог сделать. Просто притягивала меня к себе. И все. Вот такие у нее, ребят, способности. Так, ну что? Я всего 3 завалил, да? Мало. 9 уровень. Да я нажал же играть снова. Так, а здесь что? Звездочка. Ну, понятно, что супер редкая. А вот это вот хорошо, ребята. 925 кредитов я сразу себе открою грома. Так, ну что, Спайк, нам надо с тобой еще. Давай попробуем не захват кристаллов, а в нокаут. Сложно, конечно, но зато быстрые бои.
сложно, я имею в виду выжить. Ой. Так. Ну, Барри, конечно, может там закидывать конкретно все. Осторожничает. Минус один. Барри достоялся, да выделывался. Джинни, да. Ага, все. Ну, у нас тоже одного хлопнули. Решил, наверное, туда телепортнуться, да? Что за засланный казачок, блин? Так, бой, я думаю, что ты не такой, как этот идиот, блин. Пускай там Барри свои бутылки разбрасывает, мы с тобой здесь постоим. Нам как, нас, как говорится, здесь неплохо кормят, да? Так, я немножко... Восстановил бы ты, Бо, здоровиться бы себе. Есть. Добегался. Слюнявый. А этот вообще не понимает, что творил. А рванул туда в кучу. Зачем? Даже непонятно. Ну, побежал, звездюлей получил, и все, и сразу на расслабоне. Так, ага. Закидывальщики, да? Придурочный. Я просто офигеревец этих дебилов. Так, надо восстановить здоровье. У нас так меньшинство. Ну отойди, ты видишь, что они все им скопом там стоят, бомбят. Зашибись. Мои шипы очень мало носят урона. Ну это тут болван. Так, динамайк довыделался. Как тут быть-то? Я в траву в эту идти не хочу. Ну куда он опять пошел? Но баран. Куда он вечно лезет-то, блин? Кривозадый. Короче, они, ребят, стоят, у них тактика... Издалека просто бомбить все. Опять куда-то пошел через шипы. Ну, еще и этот, блин. Ладно, это VPN отключился. Все, друзья мои, как всегда, вовремя, блин. Блин, я понимаю, катку бы отыграли, и вырубайся ты хоть сколько. Нет, вот прям в процессе, когда остался один противник. Обидно. Ну, пойдем посмотрим. Брок здесь, конечно. Брок, пузырики. Вот объясни мне, вот чего там стоит? Ну чё ты стоишь-то, ну? Да-да, я про 8-битку. Угу. 8-битку глюкнуло что-то я.
Ну куда ты там лезешь-то, ну? Давай, восьмибитка, уничтожай его. Ну и кто кого? Угу. Идиота кусок. Нахер ты на шипы-то лезешь, блин? Поставил свою херню, так стой на месте. Нафиг ты на шипы-то побежал? Зашибись. Нормально, ребят? Придурочные пошли, ну и сфейлились. Само собой. А хер ли мне, мне навесиками своими бомбить. Да. Ну ничего, ребят, одну победу буквально и все, и будет у нас 10-й ранг. Спайк только руки разводит. Ну что я могу поделать? Ну вот именно что я могу поделать? Ничего. Тут от нас мало что зависело. Это кто, Эш? Что за робот? Так, там Пайпер. У Пайпер хоть один выстрел, ребята, он мощный такой. И с ней очень тяжело бороться. Вблизи, да. Молодец, красавчик. Вообще вырубила моментально, ребят. А с чего она облупилась, Пайпер? Я так и не понял. А, там шипы мои были. Или мои шипы, или она от шипов, ребята, которые из пола. Так, ну что, Спайка мы прокачали до 10 уровня. Давайте теперь смотреть Би. Где у нас Би? Вот она. Be beautiful. Поехали. Посмотрим. Блин, а я что взял-то? Нокаут. Так, муха навозная. Ох, у них там Эдгар. Биби. Ну, понятно, что Биби здесь одной не выкрутиться было бы вообще никак. Раунд выигран. Ну, это с ботами до 7 уровня. Да, боты, конечно, будут со мной играть еще раз. Ага. Держи карман шире. Так, кто там, я не увидел? Ой-ой-ой, Спайк. Этот рыцарь, рок-гитарист. Спайк пришел, просто пару гранат выпустил и все.
Не, ребят, прокачка, конечно, тут много чего значит. Даже тот же самый урон, все, все от этого, ребят, танцует. Ну, пойдем валить этого рыцаря, а что нам делать? Прижучили его. Лена. Так, уровень 2. Сам с собой играю. Сам одобряю, сам играю. Так, это 9 и еще получается 3 надо будет, да? Три этих. Играть снова нажать, чтобы выполнить полную серию. Пойдем, be cool. Клевая мушка. Ну, быстро, понятное дело. Believe in yourself. Believe in yourself. Ну ведь согласись, что это мобы, ребят. Ну это ну, явно прям, они стоят, ничего не делают, да? Очень сильно отличается от, если брать реального персонажа, реального игрока, как он играет, и как здесь. Поэтому это как бы тебе дают вот до прокачки. Так, 4 уровень. Да, еще 3 раза надо будет сделать. Плане. Вот этот вот согласился? Значит, это не бот. Бот, наверное, это враг, скорее всего, у нас. А мои персонажи реальные? Я не знаю, как. Так. Пэм Пайпер. А что это за каратист? Ну, я знаю, что у него, ребята, ульта, по-моему, очень мощная. Угу. Испарял, у Пайпер бы уже, наверное, нас бы ушатало. Меня, по крайней мере, точно там с удара бы. Готов, хлопчик. Пятый уже уровень. Так, еще 2 раза воспользоваться кнопкой играть снова. И все, задание будет, ребятушки, выполнено. Пока ничего не могу сказать про эту мушку. Потому что, ну, против ботов оценивать ее просто бесполезно. Бесевый гром, а? Бросает свои шары, блин. Сейчас я им туда ульту кидану. Что-то Роза тупанула. Хм. Тут меня, конечно, вообще забомбашил. Ну и последний раз. И все, ребят, наверное, будем закругляться на сегодня. Можем, хотелось бы до 10 уровня прокачать, но, ребят, времени уже много. На работу надо собираться. Ну давай, давай, давай. Естественно, видосик выйдет не сегодня, ребят, а возможно завтра. Да, блин, никто не погибает, кроме меня, блин. Постоянно я отдупляюсь. Хотя вроде аккуратненько и особо на рожон не лезу. Да.
Ну, шестой уровень-то мы с тобой отхватили. Так, все, друзья мои. Подожди, по-моему, я сейчас кредитов там получу, да? 900 с чем-то. О, да. Да, ребят, гром. Я могу взять этого или этого? Нет, я оставлю грома. Грой мощный здоровяк охранник, он боится лишь одного, что его уволят и ему придется вернуться на работу в детском саду. Дети не знают пощады. Новый мифический боец. А вот тут я даже не знаю, может быть, Скуйка взять? 1900, друзья мои, 1900 кредитов стоит. Скуик. Это если 1900 кредитов, это здесь надо взять. А тут 80 всего лишь. 80. 100. Короче, мне долго придется, ребят, копить на этого Скуика. Вот. Так, что-то мне кто-то сказал, что мне хватит на два ящика. Ну, давай возьмем два ящика. Посмотрим, ребят, может, что выпадет. Хотя бы из одного. Так, ну, очки силы, кристаллы, монеты, бинки, удвоитель опыта. Так, новый скин. Так, подожди, у меня же, по-моему, был такой скин. Что за значок? Ага. Значок еще на Фрэнка. 1080 монет. И иконка игрока. Это что такое вот это вот? Ну, скин только лишь получил, и все. Джекпот, 600 монет. Ну, это спасибо, подарок дня. Это лучше, чем 50 монет, которые они обычно дают нам. Джекпот. Все, дорогие друзья, на сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.